Около 20 лет в Славянском районе проводятся лапароскопические операции. Наш район был первым в крае, где стали применять щадящий метод оперативного вмешательства. За это время его преимущества оценили многие пациенты. С недавнего времени делать лапароскопию хирургам стало намного проще. Почему? Ответ на этот вопрос знают наши корреспонденты. Вместо 2 часов всего 30 минут, вместо скальпеля – аккуратный лапароскоп, вместо больших разрезов – всего 4 маленьких прокола. В итоге высокое качество проведения операции, минимум травматичности и быстрое восстановление здоровья пациента. Все это стало возможным благодаря новому оборудованию для хирургического отделения Славянской ЦРБ, которое было приобретено несколько недель назад. Это специальная стойка, оснащенная ЖК-монитором, лапароскоп или, как говорят в медицине, глаза хирурга и необходимые инструменты. Это ножнички, вот они маленькие, хрупкие ножнички. Это зажимчики, которые мы берем, пузырь, и удаляем его. Открывается, закрывается. То есть оно все хрупкое, аккуратненькое. Операция без разреза, так по-другому называют лапароскопию. Метод основан на том, что при помощи оптического прибора, введенного в брюшную полость, врач может видеть на экране монитора зону оперативного вмешательства. Работая специальными инструментами, хирурги под таким видеоэндоскопическим контролем могут проводить операции, только сделав несколько проколов в брюшной стенке. Сейчас мы делали операцию по удалению воспаленного желчного пузыря. То есть понятно, что желчный пузырь, знаете, что это такое, орган, где собирается желчь, и в нем образуются камни. Это когда камни в желчном пузыре собираются, мы их удаляем. Виталий Роменский работает хирургом Славянской ЦРБ с 98 года. Говорит, с приобретением нового оборудования проводить лапароскопические операции стало намного проще. Раньше делались большие разрезы, как говорится, от и до. Мылся живот, все. Сейчас мы сделали его благодаря лапароскопическому инструментарию. Телевизор был ламповый раньше, да? Вот мы на нем проработали 20 лет. Сейчас приобрели плоский ЖК-телевизор. То есть разница, сами понимаете, да? Старый телевизор, либо это новый телевизор. Конечно, все видно, все хорошо. Если раньше, после полостной операции, пациент находился в больнице около месяца, то сейчас, примерно на 4-е сутки, его выпишут домой, и уже очень скоро он сможет вернуться к своей повседневной жизни. Короткий период пребывания в стационаре, быстрое восстановление здоровья, сведение к минимуму осложнений – все это преимущество лапароскопических операций, которые блестяще проводят славянские хирурги. Алена Лавринова, Александр Косицын, программа «События».